когда бьет Апажев удар. Есть такое ощущение, что гол Крымского федерального университета — это вопрос времени. Рано или поздно это произойдет. Может быть сейчас, может быть в этой атаке. Нуридинов. Мягкий заброс на дальнюю штангу. Удар поворотом и гол! 17-я минута первого тайма. И с передачи для Веры Нуридинова. Великолепная комбинация. Быть может, даже и наиграна она была на тренировках. Хороший прием. Снова передача на Юдина. Нет ли положение вне игры? Пас направо. В атаке КБГУ. Подача. И не дотягивается до мяча Олег Прокошин. Первый тайм еще одним опасным моментом. И все. Звучит свисток арбитра. Мяч не попал в створ ворот. Подача, удар и... Еще раз момент, который возник у ворота Руслана Татарова. Для Веры Нуридинов. Вот снова момент. Упускают, упускают крымчане. Развязка в этой игре. Момент опасный. Вновь удар. Юдин пробрасывает мяч себе на ход. Розыгрыш стандарта. Удар. И не влетает мяч в ворота. Не влетает мяч в ворота. От штанги он возвращается в поле. Да, очень такой волнительный сохранился результат первого тайма. 1-0. Такое бывает в футболе.